Всем привет, меня зовут Анна, я шеф-редактор издательства «Хлеб-соль». Сегодня я расскажу вам о нашей новой книге про шоколад. Приручить шоколад, как приручить дракона. Сложно, но нет ничего невозможного. Вам, безусловно, понадобится терпение, необходимый инвентарь, желание открывать для себя новые горизонты и, конечно же, проводник и учитель в этом сложном деле. Таким проводником может стать для вас наша новая книга «Шоколад. Практическое руководство». Авторы Алексей и Анастасия Глазырины – шоколатье, создатели и вдохновители Питерской школы шоколада. Книга написана по их опыту, который они собирали по крупицам, шаг за шагом осваивая тему шоколада. В этой книге читатель найдет самые точные и самые правильные техники, правила, примеры и приемы работы с шоколадом. Будут разобраны все вопросы, касающиеся инвентаря, от самых простых шпателей до аэрографов и компрессоров. В этой книге самая полная на сегодняшний день и самая правильная информация от экспертов шоколадного дела. Готовьте в удовольствие, и пусть шоколад будет вашим спутником.